Друзья, всем большой привет! Привет, мои хорошие! Сегодня у нас 17 августа, и в этом видео я хочу показать вам все свои игрушки, которые у меня есть в наличии. Так как я собираюсь на ярмарку, я уже начала подготовку, и в этом видео как раз вы сможете увидеть все мои игрушки, которые у меня есть. На диванчике это не все игрушечки, но я начну именно с него, именно вот с этих, что вы сейчас видите перед собой. Буду подходить к каждой игрушке и по чуть-чуть вам еще раз напоминать, рассказывать про каждую из них. Еще так скажу, кто мой постоянный зритель, то вы все игрушки встречаете в моих видео, потому что я вам показываю их в своих готовых работах. Точно так же я готовлю на них мастер-классы. Вот, на какие игрушки есть мастер-классы, обязательно вам расскажу, В принципе, на все есть, да, но все они, девочки, разные. Все бесплатные мастер-классы у меня есть на моем канале, вы можете перейти на мой канал, заглянуть в плейлист мастер-классы игрушки крючком. Их достаточно много, более 100 игрушек. Также у меня есть одежда для этих игрушек. Ну а если вас интересуют большие классные игрушки с подробным видеоформатом, вы можете опуститься вниз под видео и, нажав на ссылочку, которая будет в первой строке, там все я размещаю свои платные мастер-классы. Вот, надеюсь, что вам такое видео понравится и вы приятно проведете время вместе со мной. Также еще хочу сказать, что возможно, я не смогу уложиться в одно видео. Если что, девочки, напишу вам продолжение, и тогда продолжение вы сможете посмотреть уже во второй части. Всем желаю приятного просмотра. Так, девочки, еще так скажу, что игрушки у меня, как бы вот будете тоже видеть, они все разные. Максимум 2-3, которые могут повторяться, и то они все равно разные, не одинаковые. Но сейчас мы по чуть-чуть будем начинать и рассматривать каждую игрушку. Вот. Так, давайте начнем именно с этого уголочка. Тут у меня сидят мои обезьянки. Мастер-класс платный, он называется «Обезьянка Манька». Игрушка размером 50 сантиметров. У нее подвижны ручки, ножки. Она может сидеть, как видите, одну посадила специально, чтобы посмотрели. Другая стоит на своих ножках. Вот такие они милые, красивые улыбашечки. Связаны они из плюшевой пряжи. В основном я и вяжу игрушки из плюшевой пряжи. Вот такие. У них есть съемная одежда. Это повязка с бантиком на голове и также юбочка, которая снимается. Тоже одежда, если шитая, то я шью своими руками. Вот, не на машинке. Глазки, носики на безопасном креплении у нас здесь. Вот такие хорошие, классные обезьяночки. Вот, у них также есть браслетики для красоты. Так, дальше у меня тут жирафики. Этот побольше, тоже 50 сантиметров ростом, может даже капулечку выше, как видите, с обезьянкой, да, вот, ну, сравнить. Этот посветлее, такого оранжевого цвета, чуть-чуть ниже, но они тоже оба классные. Я на них также делала мастер-класс, это подробнейший видеоформат. Тоже скажу, если вас интересует, может, вы только хотите научиться вязать игрушки, можете не переживать, все мастер-классы, которые идут в видеоформате, они очень и очень подробные. От самого первого столбика и до конца, когда мы только свяжем уже игрушечку. Так, они тоже такие прикольные. Посмотрите, какие тут реснички у нас есть. Вот глазки блестящие, рожки, ушки. Также у них есть шарфики, тоже из плюшевой пряжи. 4 помпончика. Это махровая ниточка. Вот шарфики идут в 3 оборота. Вот.
они могут стоять на ножках своих с опорой. Вот. Игрушечки большие, но довольно такие милашечки. Так, тут у меня есть вот такой зайчик. Он связан прямо из такой пушистой, очень пушистой пряжи. Но вообще очень такой мягкой, приятной. Ее даже можно щеточкой вот так расчесывать. Даже если там, например, вот так, да, вот, допустим, ребеночек играет, то, конечно, можно расчесать, привести игрушечку в порядок. Вот. Ушки у нас такие. Это, девочки, он немножечко, может, такой и смешной, да, тут просто они все так, прям я их плотненько посадила. Вот, ушки длинные. В том плане смешной, девочки, потому что, видите, тут у нас глазки, я их вязала тоненьким крючком из хлопка, носик точно так же. Здесь вот такая также милая зайка, она из ткани, я просто ее пришила как украшение. Веду к тому, что этот зайчик, он полностью безопасный для ребеночка. Вот. Такой. На него я не делала никакого мастер-класса. Это у меня был прям такой пробный вариант. Хотела именно сделать игрушку с такими глазками. Вот, поэтому он у меня один. Так, дальше тут у меня сидят мои два зайки-кролика. Есть еще два. Я их вязала также для платного мастер-класса. Он так и называется «Зайка-кролик». Они могут сидеть и могут стоять, ножки и ручки подвижны. Вот, глазки, носики на безопасном креплении. Вот так. И в мастер-классе также мы вяжем с вами игрушку и тоже вяжем одежду. Платьице вяжем для девочки и такие штанишки с лямочкой для мальчика. Игрушка получается ростом 42 сантиметра. Дальше тут моя такая милая, такая ушки опустила, да, это мастер-класс тоже называется «Единорожка-звездочка». Вот, мы вяжем игрушку и вяжем также комбинезончик, вот такой голубенький, была еще одна единорожка-звездочка в розовом комбинезоне, вот, очень она прям такая объемная, большая, где-то размером, девочки, может 38 до 40 сантиметров. Вот, крупная, классная игрушечка. Вот прям хочется мне взять ее так в ручки и показать вам, какая у нас тут прям пышная, объемная грива. Вот, с одной стороны у меня желтый цвет, зеленый идет посерединке. Да, тут у нас есть хвостик. Тоже, вот смотрите, какой пышный, большой. Комбинезончик сзади расстегивается на пуговках. И покажу вам еще с другой стороны. Так. А с другой стороны у меня идут локоны розового цвета. И также можно их переплетать вот зелеными этими локонами. Вот такая у меня единорожка. Также мастер-класс, видеоформат, подробный, все точно так же комбинезон мы с вами вяжем. Вот. Хочу еще сказать, что, например, если вы вяжете по мастер-классу, у меня, например, игрушка связана из толстой плюшевой пряжи, да, можно вязать из тоненькой пряжи. Были даже у меня такие... Вот есть такие девчонки, которые не вяжут из плюшевой пряжи, а, например, берут мастер-класс и вяжут игрушку из полухлопка. Она получается, правда, размером меньше, но тоже очень красиво. То есть по этой схеме, конечно, можно же связать. Так, дальше у меня есть еще вот такая кошечка Майя. Это тоже платный мастер-класс. Они все вот тут наверху платные. Но сейчас дальше перейдем. Так, кошечка Майя. Размером где-то тоже, друзья, 40-42 сантиметра. Сейчас так прям все точно не вспомнишь. Но если кого что заинтересует, то вы всегда можете спрашивать. Так,
Ручки у нас подвижные, ножки подвижные. Как видите, ее можно поставить, она будет стоять. Еще у нее есть хвостик, может стоять с опорой на хвостик. Вот, можно посадить. Одежда полностью съемная, туфельки, платья и береточка. Вот, в мастер-класс тоже входит и одежда. Можно связать в любых разных цветах, что игрушку, что одежду. Так, дальше еще вот такой тигренок. Вот, я вязала такого тигренка для марафона. Очень много девчонок его связали. Ну и потом я поставила такую минимальную цену. Это тоже платный мастер-класс. Вот, следующий год тигренка. Если кого заинтересует, то, конечно, пишите. Очень классный, забавный. Ручки у нас двигаются. Повязочка съемная. Глазки красивые, зеленые. Вот такой тигреночек. Так, ну а тут у меня большие игрушки. Этот мастер-класс таки называется «Большая Миша». Вот, смотрите, они вяжутся, как видите, по одной схеме. Здесь все. Только голова именно у голубенького получается на один ряд. Я сделала прибавок чуть больше. Ну и голова сама по себе получилась от этого одного ряда тоже чуть больше. Но в основном все вяжется одинаково. Это когда, друзья, я готовлю, например, мастер-класс, то у меня в основном вторая игрушка получается всегда чуть больше первой. Из-за того, что я стараюсь все вам красиво показать, не только как связать, но и как правильно добавить наполнителя. Вот. Ручки у нас здесь подвижные. В мастер-класс тоже входит весь наряд. Туфельки, они съемные. Сумочка, платье, повязочку на голову мы тоже с вами вяжем. Вот. Такие игрушечки. Красавчики мои. Так. Дальше. Чуть ниже переходим. Тут у нас есть вот такая большая, прям большая зая. Рост у нее 65 сантиметров. Я так сейчас на нее смотрю, друзья, и думаю, как я могла вязать такую большую игрушку. Ну, она действительно очень такая прям большая, тяжелая и плотная-плотная. Много я туда добавила, конечно, наполнителя. Вот. Но есть такие дети, что тоже обожают такие большие игрушки. Она у меня в единственном экземпляре, другой такой я не вязала. Вот. Глазки, реснички, носик. Здесь все надежно тоже вставлены, глазки, носик, и реснички я приклеивала. Так, и есть у нее платьице. Это платье связано из полушерсти. Пряжа, несмотря на то, что это полушерсть, она довольно мягкая, абсолютно не колючая, красивая. Здесь пуговки, завязочки. Вот. Бантик тоже я завязывала на ушки. Так. Дальше что? Тут у меня зайка Рони. На канале есть такой мастер-класс по этому зайчику. Он так и называется «Зайка Рони». Только в мастер-классе он идет весь голубого цвета. А здесь, ну там тоже есть, нет, девочки, в мастер-классе он без, ну как сказать, без имитации таких штанишков, да. То есть полностью целиком. Но это совсем не проблема. Я тоже показывала его на видео и рассказывала, как я вязала вот такие штанишки. Они не съемные. Как видите, все, например, вот здесь так, точно так же, как вяжется для этого зайчика. Но сюда добавила именно лямочки с пуговками, да. Как имитация такого, скажем, комбезика просто. Хвостик есть. Вот. И так для интереса одно ушко сделала розовое, одно белое. Глазки. Рост у него 40 сантиметров. Дальше. Есть тут такой мишка. Вот.
Его мы также вяжем на канале вместе с вами. Только в мастер-классе мишку вы сможете найти. Он называется «Мишка в бабочке». Сможете найти немного, в другом цвете. Там, по-моему, коричневый, светло-коричневый цвет. И чуть-чуть у нас там получается голова по-другому. Но в мастер-классе там все также подробно показано. Это тоже видеоформат. Вот тут, правда, и хвостик и не пришила так. Вот, ручки, ножки подвижные, бабочка съемная. Вот такой шоколадный мишка. Так. Дальше, что тут по порядочку идем. Тут у меня есть такие прям, ну, они, девочки, небольшого уже размера. 20-22, где-то вот так в районе сантиметров. Именно вот эти игрушечки, они называются малыши-пухляши. Это мастер-класс, идет один, но в одном мастер-классе мы с вами вяжем две игрушки, и зайчика, и мишку. Тоже довольны, они прикольные, классные. Вот, хвостик у нас есть. Их можно, друзья, реально связать в любых разных цветах. С мишки можно, девочки, сделать мальчика. В общем, прикольная, классная игрушка, вяжется тоже быстро, и сюда уходит не так много пряжи. То есть даже вот, например, полосочки вот эти можно вязать из остаточков. Вот. Вот у меня еще есть такой же мишка, мальчик. Вот, видите? Быстренько вяжется, все классненько, мастер-класс тоже подробный. Вот, и такие зайчики, девочка, мальчик. И еще вот такая тоже девочка. Ну, эти как парочка получается. Так, надеюсь, что я, друзья, вам все хорошо показываю. Вот, стараюсь руками сильно не двигать, чтобы вам камера не тряслась. Так, тут у меня кто такой спит? Ой-ой-ой, такой спит. Слушайте, эти бегемотики. Так, это бегемотик. Мастер-класс называется... Так, друзья, их всех надо еще запомнить. Бегемотик Лоло, да? Это мы вяжем на канале. Такого бегемотика я делала для своих зрителей на Новый год подарок. Просто вот так. И мы, конечно, с вами его вяжем. Но в мастер-классе мы вяжем девочку такого розового цвета. И, конечно, в мастер-классе есть игрушка, комбинезончик. Вот, для мальчика его, в принципе, можно связать в розовом цвете, в лавандовом будет для девочки. Вот, и также для девочки-бегемошечки есть платьице. Вот, это тоже все показано в мастер-классе. Так что вяжите, классная, классная игрушка. И, в принципе, по этому же мастер-классу, по этой схеме можно до головы связать одно тело, тут можно сделать голову мишки, зайчика, в общем, все-все, как работает уже ваша фантазия. Вот, они в районе где-то 25 сантиметров получаются. Тоже можно вязать из толстой плюшевой пряжи или тоненькой. Так, дальше спайкайте. Такой бозе мой. Тут у меня сидит два ам-нямчика. Вот, это мои из новеньких. Девочки просили мастер-класс, друзья, после ярмарки, когда все уже будет у меня чуть больше времени, то мы сможем с вами связать такого ам-нямчика. В принципе, некоторые из вас просили, но тут довольно все реально просто и быстро вяжется. Вот зубики, ротик вышитый, язычок, он стоит на своих ножках. Вот связала тоже так, чтобы было, можно было купить и для мальчика игрушечки. Так, дальше. Стою уже на коленях, в общем. Дальше. Тут у нас зайчик. Также есть мастер-класс на канале. Его можно еще, девочки, использовать как пасхальный зайчик. Вот в корзиночку положить, да. Это игрушечки из серии барбосиков. Вот. Еще такой самый свеженький, вот, тигреночек, тоже довольно классный получился, хвостик, полосочки, ушки, мордочка.
вот по мастер-классу игрушечки-барбосики. Вот, видите этих ежиков? Именно на канале есть подробнейший мастер-класс. Мы все с вами вяжем от нуля до конца. Да, то есть и шубку я показываю, как связать, и саму игрушечку. Это как раз именно вот они из серии барбосиков. Вот, ну, яблочко, думаю, что уже совсем не проблема его связать и пришить. Дальше тут у меня остались именно эти зайчики. Друзья, тоже на канале, если вы новичок у меня, вы можете перейти. В принципе, ну, знаете, чтобы долго не листать сверху вниз, потому что видео очень много. И просто заходите в плейлисты. Вы там сможете найти различные видео. Например, нажав на одно из, на один из этих плейлистов, оно вам будет по автомату идти одно видео за другим. Так что вот, именно на таких зайчиков я делала обзор на разную плюшевую пряжу. Их было у меня 10 штук различных. Вот эти два остались, да. Вот, я как-то их подвязывала тоже и на заказ вязала. Но сейчас на ярмарку просто, ну, всего не успеешь перевязать. Тем более, когда ты знаешь, что у тебя столько игрушек. Так, мастер-класс «Зайчик-изюмчик» есть на канале. Дальше, вот такие лёвушки, два. Один одетый, другой голышок. Также мастер-класс есть на него на канале. Я его вязала из тоненькой плюшевой пряжи, но, девочки, вы можете брать пряжу, там, например, Гималая Долфин Бэби, да, или Ярнар Дольче, та, что потолще, и у вас тогда получится чуть побольше львенок. Вот. Вот. Такие прикольные с цепочками. Дальше у меня есть две куколки. Это куколка Лора, мастер-класс есть на канале. Вяжем с вами саму куклу, размером она получается 24 сантиметра, и также мы вяжем полный целый гардероб для нее, то есть туфельки, трусики, по-моему, если я точно помню, да. Дальше платье, кардиган и шапочку. Вот, ну, то есть просто это уже новые куклы, получается, наряд всегда как бы вяжу другой. А тот, что в мастер-классе есть, конечно, можно связать по нему, можно цвет пряжи выбрать также для себя, тот, который вам понравится больше всего. Вот. Две куколки, одна черненькая, другая с такими рыжими волосами. Так, пропустили. Это мои мишки в штанишках. Тоже мастер-класс есть на канале. Вот, например, тоже вам показываю. Все вяжется по одной из, и той же схеме. Тут добавляются лямочки. Тоже мастер-класс я показываю, как сделать так, чтобы не отрывать ниточку, да, чтобы не делать никакие переходы, а прям сразу как начали, например, и закончили уже на выходе. Вот, тоже рекомендую, посмотрите. Знаю, что возникают такие проблемы, когда, например, кто не знает, как сделать, вяжет, например, одну лямку, потом прячет кончики, потом возвращается, прицепляет ниточку к другой лямочке. Ну, то есть это очень как бы долго. А так все в мастер-классе показано. Вот. Можно связать без штанишков, можно в штанишках. И еще точно так же, это, друзья, все тоненький плюш, но, как видите, возможно, зависит от самого моточка ниточки, да, потому что те чуть побольше, те поменьше получаются, вот. И точно так же имитация такой пижамки можно, вот, и в таком варианте тоже их сделать. Классные, легко вяжутся, в принципе. Голову я люблю больше всего пришивать, чем сразу вывязывать. Мне так намного легче и наполнителя добавить. Вот. Но если что, то точно так же можно отсчитать и сразу вязать от кончиков ножек до головы. Вот. Ну и еще по этому принципу у меня также были связаны вот таких два зайчика. И также по этой схеме можно связать
котенка, кошечку, тоже я как раз в этих видео всех рассказываю, как связать, как хвостик поменять, да, ушки для котика сделать. Ну, в общем, девочки, все видео есть на канале. Так, это новенький. Я пробовала вязать осьминожку, но у меня получилось 7 щупальцев. Не 8, а 7. Нужно было на ряд меньше делать прибавок или на ряд больше. Тогда бы, возможно, и получилось 8 ножек. Ну, есть один. Вот, надо будет еще шнурочки сюда завязать. Так, дальше. У меня тут есть связана целая корзинка вот таких совушек. Это они связаны из полухлопка. Да, все из полухлопка связаны. Пряжа. Так, попробую тут вспомнить. Ярнар джинс, Alize Hobby или Alize Cotton Gold. Вот такие. В этот раз я им вышивала носики, ротики, реснички, глазки тоже старалась немножко разные добавить для интереса. И буду сюда цеплять еще шнурочки. Вот. Мастер-класс по совушкам также вы можете найти у меня на канале. Есть, девочки, такая сова, довольно большая, в районе 20-22 сантиметра, из плюшевой пряжи. Там есть лапки, есть крылышки, ну, все-все, знаете, так прям очень-очень. И также еще есть совушка чуть поменьше размера. Получается, она очень похожа к этим. Да, но там тоже еще есть крылышки. В общем, есть таких два мастер-класса. Будет нужно, найдете, вяжите. Совушки, в принципе, довольно хорошо тоже продаются. Вот, не за большую цену, но мелкие игрушки всегда должны быть. И еще у меня такой один амангасик есть. Было два, остался один, и больше я их пока не вязала. Вот такой. Такой плотненький прям. Сюда его положила, так как он самый-самый такой мелкий. Так, девочки, дальше. Тут у меня есть русалочка. Вот. Тоже хотела попробовать для девочки, да, например, так, чтобы интересно было. Вот плавничок у нас здесь есть. Именно этот хвостик, он не съемный, он как бы сразу просто все-все вяжется. Есть такой купальничек. Бусинки я сюда нашила для красоты. Носик, ротик, глазки, все-все есть. И также вот такая прям хорошая прическа. Вот я здесь резиночку подвязала. Из волосы сделаны из пряжи 100% хлопок. Вот. Так. Дальше еще вот такая пчелка. Но тоже скажу вам, что хочется, чтобы было разнообразие, да, поэтому я вот так чуть-чуть подвязывала те игрушки, которых у меня не было. Такая пчелочка, вот такой здесь у нас пимпик есть, крылышки, цветочки я вязала отдельно, потом сюда пришивала, вот щечки, вот такая пчелка, простенькая. Вязать, конечно, из полухлопка или хлопка намного дольше, чем из плюшевой пряжи, вот. Дальше. Есть еще вот такой ежик весенний. Мастер-класс есть на канале. И на такого ежика. Вот. Также в мастер-классе я показываю, как связать шубку, вот, например, из плюшевой пряжи. Ну и показываю, как связать из обычной травки, да, чтобы были такие иголочки. Тут есть у нас лапки, ножки. Вот такая мордочка. И цветочек для украшения. Так. Тут котик у меня. Я немножко как бы старалась сделать, но просто, девочки, даже, например, вот эти игрушечки, да, вот, схема почти одинаковая, похожа, но я просто вязала уже на глаз, не заглядывала в схемку. Тут немножко вот именно этот цвет пряжи, такой голубой, из тоненькой ниточки плюшевой я вязала, она прям попалась в моточке, такая очень твердая, я, ну, не то что жесткая, прям такая очень плотная и твердая. И как-то он такой получился, немножко голова чуть-чуть, ну, не так, как я хотела, но все же я его оставляю. Вот хвостик есть, как будто такой тельняшки. Так,
Еще вот у меня тут целая корзинка совят. Они все связаны в разных цветах, девочки. Я им прикрепила вот такие ленточки. Вот. Тоже, например, осталось где-то у вас половина моточка. Не знаете, куда его применить? Пожалуйста, на полосочки какие-то остатки. Тут тоже все довольно-довольно простенько вяжется. Вот. И крылышки тут у нас есть. Все они разные-разные. Вот фиолетовая, голубенькая, розовая, мятная тоже красивая, бежевый цвет, желтый и вот такая прям темная саба коричневая. Так, тоже 8 штук. Вот. И тут у меня есть целая корзинка яблочек. Вот. Так как эта ярмарка будет связана с яблочным спасом, я связала тоже 8 яблочек. Они в разных цветах. У каждого из них есть, вот смотрите, глазки, стебелечек и зеленый листочек. Вот такие яблочки. И у меня есть еще вот такая одна свеклышка. Вот на такую свеклу есть мастер-класс на канале. Смотрите, довольно такая прям как натуральная. Вот листочки. Вот. Так. Тут еще в этой корзинке у меня сидят. Так, слегка поставлю, чтобы вам было видно. Три единорожки. Вот это единорожки и изюмки. Мастер-класс уже идет платный. Но там совсем-совсем минимальная цена. И также в мастер-классе есть, как делать вышивку на голове. И точно так же здесь на пузике. Вот здесь у нас все двигаются ручки, ножки двигаются, голова поворачивается в разные стороны. Вот. Здесь вышивку не делала, ну, потому что как бы я спешила. И вышивка, конечно, довольно занимает свое время. Но игрушки тоже классные получаются, когда с вышивкой. Вот еще вот такая, как будто такого морковного цвета. Прикольная, мне нравится. Вот, цветочек. Фиолетовая грива. Точнее, даже это светлая сиренька. Так, и такая желтенькая, вот, лимонная. И они прям такие три подружки, да, сидят себе в одной корзинке. Вот такие, сладенькие. Вот они смотрят на вас, вот это. Так. Вот, именно здесь я вам показала на диванчике все, да, я вижу, что в одно видео я точно не уложусь. Сейчас еще вам покажу парочку игрушек, и потом уже будет, скорее всего, вторая часть. Так, вот тут хочу показать вам своих малявочек. Посмотрите, как они вас встречают, посмотрите, как они на вас смотрят. Вот, это малыши, мои малявочки, размером они, так, где-то до 7 сантиметров. Я сейчас, конечно, постараюсь вам показать, друзья, но одной рукой немного тяжело. Что тут у нас? У нас ножки подвижны, ручки тоже двигаются. Вот, просто одной рукой неудобно показывать. И голова у нас поворачивается также в разные стороны. Вот такие прям люпусенькие. Вот, платьице съемное, повязочка съемная, и также у них есть сумочки. Вот. Такие две близняшки. Особенно очень здорово, у кого есть девочки-близняшки. Вот. То есть вообще одинаково получается. Еще есть у меня вот такой зайчик. Он уже размером получается где-то в районе вот вместе с ушками 10 сантиметров. Тут точно так же все-все поворачивается. Голова, ручки у нас подвижны. Ножки у нас точно так же двигаются. И вот эта одежда вся, которую вы видите, она съемная. Даже туфельки вот такие малюпусенькие. Вот. Платьице, сумочка, шапочка, такая шляпка. Очень хороший, плотный-плотный зайчик. Полностью вся игрушка связана из 100% хлопка. Вот.
такой малыш, даже есть хвостик. Так, малыш, малышка. Ой. Вот, тут еще у меня спит себе так спокойненько. Тоже такой хорошенький малышок. Посмотрите, он вообще, девочки, он еще меньше этих бегемотиков. Такой прям вообще. Тут у нас ножки тоже двигаются, ручки двигаются, голова у нас поворачивается. Есть капюшончик, как видите, вот в такой курточке. Тут у нас проходят ушки. Но сейчас вам одной рукой не покажу. Но хочу показать, что поворачивается тоже голова. Вот, посмотрите, какой он хорошенький. Посмотрите. Такой очень-очень милашка. И у него есть своя корзиночка, постелька, да, матрасик, подушечка. Так, я вообще-то не левша, поэтому левой рукой не могу. Вот, и он себе тут хорошенько так спит. Только нужно капюшончик одеть. И я его укрываю вот таким пледиком. Вот. Также у него есть такая корзиночка. Он все помещается на одной руке. Также свои фотографии все тоже я в Инстаграм выкладываю. Но я думаю, что вы встречали. Так, еще тут хочу показать вам те игрушки, которые относятся к серии Вилья Мишек. Вот, смотрите, у меня их осталось 9 штук. Те, что есть, сейчас вам еще раз покажу. Это была семья. Доченьку забрали. Этот малыш тоже уже его забронировали. Просто показываю, пока он у меня есть. Еще раз вам напоминаю. Да, он самый-самый у нас наименьшенький. Вот, у каждого есть своя обувь кожаная. Вот. У каждой игрушечки пошита одежда из очень хороших тканей. Все шила я вручную, не на машинке. Долго я, конечно, над ними работала. Также игрушки связаны из тоненькой махровой ниточки. Когда ты вяжешь, абсолютно не видно ни столбика, ни петли. Девочки, ничего. Но кто вяжет, тот знает. Вот этот Вилья Мишка, собственно, из него и началась вся моя серия. Конечно, еще будет продолжение чуть-чуть позже. Вот штанишки, курточка, галстучек, кепка с козыречком, вот, ботики серого цвета. И также Вильяминка есть, тоже платье съемное, кардиганчик или пальто идет с подкладом. Вот, атлас здесь фиолетовый есть, да, это пальто, это также шерсть, но очень приятная и мягкая шапочка. И для этой Вильяминки есть тоже еще другой наряд. Вот. И также у нее есть две пары обуви, то есть одна вот эта, что вы видите, розовая, и также есть еще серые сандалики. Вот. Такие. Тут вот эта парочка. Кстати, что еще хочу сказать, что у них у всех голова, руки, ноги двигаются. Вот, поворачиваются. Одежда полностью вся съемная. Как видите, они стоят на своих ножках. Вот. У этого еще есть сзади рюкзачок. Вот такая кепочка. Конечно, про всю свою коллекцию именно Вилья Мишек у меня есть отдельное видео. Там все более подробно рассказано и показано. Вот. Тут также такая парочка есть. Они тоже такие хорошенькие, милашечки. Вот, не знаю, девочки, возьму я их всех на ярмарку или нет. Но хочется и кого-то из них также взять. Вот. Даже вот этого малышонка еще думала, точно возьму, но написали, что чтобы я отложила. Так, еще вот такая прям красивая леди. Смотрите, у нее есть такие босоножечки. Вот, панталончики. Тоже из такой тоненькой хлопковой сеточки. Платье, повязочка, это 100% лен. Вышивку также я делала сама. Вот платье съемное, ну, вся одежда снимается. И вот такой мой рыбалка,
так скажем. Не знаю, почему-то он так мне напоминает, как будто в таких прям сапогах. Но очень он такой красивый. Комбинезончик тоже идет как будто двухсторонний. Просто я уже пуговки на одну сторону пришивала. Кофточка у него есть коротенькая, красного цвета, связана, да, на короткий рукавчик. Она также съемная. И вот такой берет из хлопка также. Вот. Это, друзья, те игрушечки, которые я, скорее всего, вам покажу именно в этой первой части. А уже дальше будет продолжение. Посмотрим, какие еще у меня есть. И тут вам так напоследок покажу еще вот такую вазочку. Это для меня сделала вот для декора моей комнаты моя младшая дочь. Вот такую вазочку. Я уже просто сюда посадила цветочки. Смотрите. Такой велосипед. Тут у нас бабочки, птички. Тоже рукодельница, но это, девочки, все, конечно, по настроению. Так, ну что ж, на этом я закончу первую свою часть. И приходите, смотрите вторую обязательно. Если вы новый зритель, мой гость, то не забудьте подписаться на канал. Пишите также комментарии. Давайте будем с вами знакомиться, дружить и вязать вместе с вами. На сегодня пока.